라선 경제무역지대 개발에 현재 중국, 러시아를 비롯한 세계 여러 나라들이 적극 참가를 하고 있습니다. 우리는 가공무역, 중개수송, 관광업을 3대 기둥으로 하여 지대 개발을 촉진시킬 것입니다. Проект реконструкции Хасан, Туманган, Раджин железной дороги ведется совместно проекта Корейской Демократической Республики и Российской Федерации по согласованию двух руководителей. В этом проекте предусмотрена реконструкция 10 станций, строительство станции Раджин. Предусмотрена электрическая централизация 4 станций. И этот проект должен быть закончен в 1912 году нашими и корейскими товарищами. Я думаю, задача нам под силу. С этой задачей мы справимся.